вам придется 200 метров переть, блин, пешком. Кстати, в четвертой части гораздо проще захватывать эти вышки, там же этот... И вообще перемещаться, там же этот... Как-то его сложно назвать, я не помню, гидро какой-то или гравли какой-то. Маленький вертолетик, я думаю, кто играл, знает. Вот, там прямо на вышку можно залететь, да? О, тут реликвия, кстати, слышите? 250 оп. О! Руку мы проделали. Паук 28. Паук, мастер скрытности, умелый. Собиратель реликвии связанный с пауком, хорошо замаскированные. Круто. Да уж. Кое-как обнаружил. Ну, вообще, относительно, да, если бы не было этого звука, я бы, конечно же, ее не увидел. Так. Круто. Круто то, что мы почти захватили весь остров. Перенастроили все вышечки. Теперь вас не сможет общаться с друзьями. Вот, ну я имею в виду там, для чего они им нужны, для этого. Ух ты, ёкарный карась. Чё-то я не понял. Не сможет. Карта у него сломается, короче. Это кто сейчас сделал? Внизу аванпост, отсюда все как на ладони. Вышка на каком-то, на какой-то возвышенности. Мне бы посмотреть на самую... На самую огромную, на самую высокую вышку. Блин, я что-то не пойму, тут что ли как-то? Нет, там, наверное. Все правильно я сделал все-таки. Куда? Да чё за бред, блин, ребят. Кстати, меня вот это раздражает, то что он любое препятствие перепрыгивает, как будто... Вы чё, охренели, что ли? Он любое препятствие перепрыгивает, как будто через... Прям... Через... В общем, маленькое препятствие перепрыгивает так, как будто бы оно не маленькое, не знаю, там, метровое. Здорово, ё-моё. Так, я не... Ну, знаете, что-то мне кажется, у нас не получится эту вышку захватить. Блин, реально, что за бред? Почему он тогда... Какая классная машина. Тоже сброс припасов. Я не понял. Фу, хорошо, что все нормально. Отлично. Ну, говорю, вышки становятся сложнее. На мой взгляд. Ну, еще с простыми вышками по-любому мы будем разбираться. То есть они не будут сильно усложняться. Ну, ладно. Посмотрим. В принципе, сложности они не... при их открытии не возникают. Кстати, у нас 2000 уже откуда-то взялось, непонятно. Ну, я вот сброс припасов задание выполнил. Итак, пещера. Какая-то, видимо, там реликвия, может быть. Сброс припасов наверняка. И самая какая-то высокая точка, наверное, самая достаточно высокая, да. И нас уже тут пошатывает, заметили? Радиовышка включена. Опыта получаем. 10 из 18 и МС-16. Все. Одну пушку дали. Ну ладно. Итак, смотрим, что у нас теперь тут есть. Тигр есть? Нет, тигра нет, хрен вам. Зато здесь все красное. Мне это раздражает. Спускаемся. Так. А, блин, на этой машине. Так, а куда нам могут... Хищник? Нифига себе, кабанчики, значит. Так, ну что будем делать? Ну, давайте сядем. О, кто-то, видимо, не дошел. До сброса припасов. Итак, 500 опыта. Круто. Это что-то новенькое. Кабаны исчезли. Блин. Так, ладно. По дороге по этой долбанной сейчас вниз придется ехать, наверное. Который я так и не проехал. Блин, это она жесткая, достаточно резкая. Хотя нет, смотрите-ка. Вот она маленько. Пока что. Так, чё? Водичка. Отлично. Сам
Главное, чтобы подводных камней тут их не было. Точнее, не подводных, но камней, да. Это был бы тысячок. Не люблю, когда так делают. Препятствия. Йо-йо-йо-йо-йо. Камни. Так и знал. Так и знал. Так и знал. О, все, успели. Я так и знал. Я смотрю, там какие-то камни, что ли. Думаю, что там такое? Они всегда скорее так любят. Домой. Любят они тут дерьма всякого понаставлять. Чувак, ух ты, сколько у нее сбор. Чувак, у тебя нету случайно испытания ракет? Что-то так вот тут пополнять. Так, какая быстрая машинка, однако. Пустяки. Так, тут побудь, подожди меня. А я пока жахну аванпостик. Так, у них тут леопард. Либо какой-то зверек из семейства кошачьих. Так, ну что, мы выпускаем её? Да блях, там что делаешь? Так, мочим баку, наверное. Даже голову. Круто. Эти психи лучше их сразу. И попробуем лук. Вау! Капец, откуда он тут взялся? Все, подкрепление. Капец. Да, зашибись, я захватил, блин. Будем через минуту. Что ж так палит-то сильно, я не пойму. Идем с юга. Да блях ты, муха, как что-то? Это жестко как-то они палят, мне кажется. Ладно. Надо его перезарядить. Ну ничего страшного, бывает. Этот опыт, ладно, тоже лишними не бывает. Не будут. Боюсь-то дивизию, этот чувак опасный. Свидание. Да ты у меня как на ладони. Отлично. Блин, ну рубака какой-то хрен тут вылез, непонятно откуда. Да чё происходит? Да чё происходит? Кто, кто? Да это туши огонь, нахрена ты в кого вообще? Я не понял, кто там. Блин, ну, видимо, все-таки будем использовать в следующий раз только инъектор. Это лучший способ, потому что... Ну, где же ты? А, в зайчик. Пулемет и пулемет. Все, до свидания. Мы идем с запада. Да сколько у вас там идете? Тут они с запада. Может, вырубить эту сирену? А, надо было Е нажать. Ну где? Кто в меня стрелял? Вон их сколько там. Смотрите-ка, обалдеть. Перезарядка. Опасно. Быстрее. Быстро, быстро, быстро. Камикап, да, ёптвою. Да сдохни ты уже, ёпт, парсете. Наконец-то, все, и надо валить отсюда. Чувствую, там сейчас мясо будет снова. Там кто-то там подъезжает. А, это наши, наверное, подъезжали, да. Все, отлично. Фу, справились кое-как. К сожалению, да, не 1500 опыта. И давайте забудем пока про навыки. В жопу они нам нужны. Вот, для пока что. И... Все, зелененько стал теперь. Прям глазик радуется, правда, тут еще дрянь какая-то поселилась. Зараза, вот заросло тут все. Достойный поступок. Видимо, какой-то дополнительный задание. Ну вот, 250 опытов, не знаю. Так, здорово. Боеприпасик пополняем на... На сколько? Вы что, охренели, что ли? На 1000.
Обалдеть. А чё так дорого-то? Ну ладно. Надеюсь, семья в порядке. О, шинковалка. Это больше похоже на Крис Супер В. А какого хрена он только что бесплатный был или чё? Новый... А, новое оружие дали. Не знаю. Вектор. Так, ну что, будем отправляться на аванпост или нафиг этот аванпост? Говорю, тигр нужен, но тигр только вот где-то здесь. Я бы, знаете, что сделал? Сейчас вот сюда переместимся, к баку пойдем. Да. Сейчас посмотрим, олени нам не нужны, на всякий случай. Мне кажется, мало ли понадобится. Так, смотрим. Сюда не предметов. Так, это стрела. Нет, вот сюда. О, акула людоед. Гранатные сумки. Кровавый комод. Бумажник. Надо там бумажник. Кстати, для мин надо не забывать также покупать. Мне кажется, тоже хорошая штучка. Да. А, ну это не нужно. Не горючего. Кабан. Ну, давайте изготовим, если есть. Далее. Там даже еще что-то можно, по-моему. Шкура комода варана. Желтозобового казуара. Круто. Далее. Ну да, олень нам не нужен. Нам нужно выполнять, если мы хотим животных. Это уже какие-то... Вот такие вот задания, только здесь написано... Чё? $175. Пират захватил местную ферму, чтобы выращивать там наркотики. Почтите традиции. Рак, бить его ножом. Ну, несложное, наверное, задание. Хотя хрен его знает. Но я скажу, что достаточно слабенько. Слабенько дают за это. Мало. А я предлагаю в следующей части ничего, кроме аванпостов, не делать. Мне кажется, это у меня хорошая идея. То есть мы достаточно нормально подработаем, но теперь у нас будет уже классно. О, так это старый аванпост, помните? Я его, по-моему, первый раз захватил. Это наш второй, по-моему, аванпост, который мы захватили с начала прохождения. Блин, тут, по-моему, камни гребаные сейчас начнутся. Сейчас за этими чуваками поедем. Так вот. Нет, здесь можно проехать. Что же я тупил-то тогда? А, хрен знает. Может это и не этот аванпост. Не знаю, но вроде похоже. Итак, что я хотел сказать. Теперь у нас есть небольшой скилл, так сказать. У нас есть навыки. В смысле, навыки по захвату... По камням вроде бы проехать. Ну ладно. По захвату аванпостов, да. И мы тем самым, значит, будем... Значит, учиться на ошибках. То есть... Сейчас мы не смогли бесшумно захватить аванпост, к сожалению, но в следующий раз будем использовать инъектор, который позволяет обнаруживать солдат. Ну, то есть без вот этого... Сука, я не понимаю, куда тут заехать-то, бляха? Меня взбесит это. Дорога есть вообще наверх? Вообще капец, смотрите, я даже не понимаю, как забраться-то надо. Что это за пипец? Машина дымится. А как туда забраться? Бред какой-то вообще ссаный. Ну так вот здесь. Сука, что ж тут делать? Обдолбанная тачка, блин. Блин, колбасит жестко вообще. Да двинься, ну вот что это за бред? По какому-то ссаному папорту, блин, проехать. Так вот, кстати, это испытание ракеты, по-моему, оно было тоже... Я мимо него проехал, помните? Я хотел его выполнить, но не получилось, так как... Уезжал от погони. И вот, пожалуйста, хрен знал. Непонятно было, как туда вообще забраться. Капец какой-то. Вообще круг навернул. Посмотрите, что творится. Жестко, жестко. Проще было вот тут вообще заехать с этого. А я кружочек, блин. Ну, куда делись чуваки, которые мимо нас ехали? Вон, наконец-то. Так, здесь у нас брос припасов. Потому что рядом вышка, всегда так. Рядом с вышкой там всегда пишут доступно задание сброс припасов. Также можно попробовать, я уже говорил, гонки там, наверное. Не знаю, никогда не пробовал. И еще какие-то задания, которые я даже вообще
ничего о них не знаю. Итак, 325 очков нам надо выйти за этот предел. Поехали. Так. Ауя, а что тут написано? Бу мой. Что это такое? А, в голову бесшумно. О. Новинка в магазине, патронаж. Блин, шикарно бесшумно их можно мочить. Слушайте, а ничего, что я другим оружием? Наверное, нет. Жарко. Уже 135. А мне это нравится. Они появляются друг от друга. После того, как я убью одного, появляется сразу же другой. Ну-ка. Меня тошнит от этого места! Весь чертов... Отлично, все, меня заподозрили. Блин, я уже вышел, по-моему. Нет, я еще не вышел. Просто потрясающе, блин. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Блин, шикарно, ребят. Только надо бабахнуть бочку. Отлично. Никто это не сделал. Они сами напекли себе голову. Давайте ради приличия с пистолета замочим его. Вау. Да. О, блин, что-то я тороплюсь. Ладно, так сойдет. 420, мега рекорд. Прям в голову, что? А этот где? Ух ты, ёпта. Круто. Забавно, да? Начать заново. Ну что, получаем с вами 500 долларов. Правда, нахрена нам эти деньги, блин, я же совсем... Ну да, деньги нужны, нужны. Опыт нужен, деньги нужны, все нам нужно. 2000, пожалуйста, шикарно. Все. Сейчас посмотрим, что нам там баг скажет. Баганый этот чувак. Тут дельтаплан есть. Где-то. И крутая наша машина, которая уже не дымится. Что там за репеллент-то у нас новый, кстати, я читаю. Снадобье для охоты. Повышенный урон. Так. О, коктейль из природных ингредиентов придает исключительную точность вашим выстрелам при стрельбе на вскидку. В точку все фигачится будет. Ой, далее. И вот это еще. Ага. Бегать и плавить быстрее. Здесь стимулирует дыхательную систему. Да. В общем, ладно. Да, кстати, нам давайте жахнем этот препаратик. Сорвем. Что-то там сорвем. Не знаю, что. Нагребанный. Так. И медицинские препараты изготовить. Все, по максимуму. Будем искать листочки потом. Блин, где этот дельтафон? Не пойму. Почему он внизу-то где-то? А, все, понял. А, слушайте, а он же этот баг вроде где-то наверху. Наверху, ну валим отсюда. Не, вы меня не достанете. Я же говорю. О, и прям на тот остров можно. Было бы здорово. Интересно, а вот те острова, они вообще доступны или что это за острова? Нет, это, видимо, вообще, на которых нельзя быть. Нельзя туда ездить, наверное, на эти острова. Не знаю точно. Так, блин, ну если этот баг будет вон на той горе, блин, то капец туда перейти. Ладно. О, тут зенитка какая-то. Что это там было, только что удали. Ну что, летим пока. Давайте укажем, отметим цель. 400 метров. Блин, ну, у меня такое чувство, я... не долечу, да, поэтому поворачиваем туда, там машина есть. Блин, до машины мы еще долетим. Да нет, долетим. Только я не знаю, парашют не буду здесь испытывать. Займемся
делал. Отлично, урона никакого не нанес. Извини, но я угоню твое укрытие. Прячься за деревьями. Понадежнее будет. Деревья тут. Понятно, странные. А, это где-то березы. По-моему, да? Нет, какие березы? Это вообще какой-то бамбук. В четвертой части были березы. А это какой-то бамбук, похожий на березу, честно. Да хрен он знает, вообще непонятно. Так. Собственно говоря, мы приехали. Ну, а что, каньон, что ли, какой-то? Ой, нет, нет, все, в зону задания войдем. Вот. Посмотрю-ка я. Уже закат, по-моему, да? Ух ты, ё, а если я туда упаду, ничего не будет? Круто, круто. Да, это какой-то, видите, какой-то у нас капец какой большой обрывчик. Так. А где-то я еще такой видел вроде. Ну, тут олени, кстати, которые нужны. И, блин, дельтапланы, прям вот посреди джунглей. Ну, это, наверное, наш, а этот-то как? Ну, там на горе вообще. Я туда прыгнул, но хрен заберешься еще назад. Так не говори, что мне туда вниз. Компас указывает вниз. А! Да? Где привет? О, что ж ты. Учим историю. Могила Лина Кона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Джан Хэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть догадка. Бон вояж, друг. Любые. Не проблема, сделаю. No problem, сделаем. Давайте точку какую-нибудь покруче выберем, чтобы туда прям вниз. Линконг, я полагаю, называется наше текущее здание. Верните в карстовое озеро. Так, точечку повыше сейчас выберем. Но это не самое высокое, ну ладно. Тут самый тот уступ. Ну чё, давайте лук возьмем. Руки-то поставь хотя бы. И чё, блин, я думал, мы до дна там упадем. Круто, птичка. Орел. Жить над нами.